У нас есть фантастические новости для всех, кто хочет лучше узнать и понять увлекательный мир паукообразных. С пятницы 12 февраля в Sky Tower снова открылась одна из крупнейших выставок в Европе, где вы найдете более 50 экспонатов со всех обитаемых континентов. На выставке представлены в основном пауки-птицееды, но также скорпионы и африканские ветры. Какой паук самый ядовитый в мире? Почему скорпионы светятся в ультрафиолете? На выставке вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы. Помысл фирмы зародился уже много лет тому, отделом от 96 года. Организуем głównie właśnie wystawy edukacyjne, dzielimy się naszą pasją odnośnie dzikich zwierząt i tego, jak fascynującym światem jest świat małych zwierzaków typu pająki lub skorpiony. Wystawa jest nie tylko we Wrocławiu, organizujemy je w całej Polsce, również za granicą, choć aktualnie skupiliśmy się głównie na naszym ojczystym kraju. Wystawa też ogólnie pochodzi głównie z Wrocławia. Wystawa jest na dobrą sprawę dla wszystkich. Dla fascynatów i nie tylko, zwłaszcza dla osób, które boją się pająków, ponieważ pomagamy pozbyć się lęku i uprzedzeń przed tymi stworzeniami. Wystawa jest skierowana też głównie dla dzieci, dla rodzin, dla ludzi, którzy chcą poznać naturę od podszewki, czyli od najmniejszych stworzeń. Dla посетителей organizatorzy подготовили много всего интересного. У входа в помещение вы встретите огромного, почти трехметрового паука, а внутри удивительные скульптуры, инсталляции в виде паутины и фрески, выполненные художниками из Нижней Силезии. Во время экскурсии профессиональные гиды ответят на вопросы гостей, а также ежечасно проводят познавательные лекции. Кроме того, смельчаки смогут подержать на руках одного из выбранных экспонатов. Выставка открыта ежедневно с 10 до 8 вечера на этаже плюс 1 в Sky Tower. Выставка подготовлена с соблюдением всех норм санитарной безопасности. Обязательное условие – прикрывать рот и нос и продезинфицировать руки перед входом. Билеты можно приобрести на месте и онлайн.